В рамках общественного бюджета были выполнены работы по обустройству детской площадки в сквере космонавтов. На сегодняшний день они уже выполнены. Это установка новой детской площадки, это установка тренажеров для занятия воркаутом, это обустройство дорожек. И посредине детской площадки была обустроена новая клумба. Были установлены также дополнительно лавочки, урны, и работы уже закончены. Сумма общественного бюджета составляла 1 миллион 490 тысяч гривен.